А сейчас будет зловеще, действительно, Олег, может быть, я даже попрошу тебя. Мы ее не сняли, в том-то и дело. В том-то и дело, что все... Репродукция, да. Песня, на самом деле, получилась действительно страшная. Вот у меня есть блок страшных песен. Хочется сказать, что я следом сыграю веселую. А как знать, что у меня за козыря в рукаве? Песня называется «Кто ты?». Все по-другому вообще. Кто ты? Человек в сером плаще. И даже запершись в спальне со своей женой, я боюсь обернуться назад. Обнаженной, разгоряченной спиной я чувствую цепкий твой взгляд. Я записан и снят, и под номером N навсегда в картотеку подшит. Кто ты? Человек, лишенный души, и я уже почти что тебя люблю. Ты единственный знаешь все про не самую красивую жизнь мою и про то, куда меня несет. Я надеюсь, что тот, кто направил тебя, ничего не станет менять. Но кто ты? Кто ты такой без меня? Ничего не изменишь, но если бы можно было заново все начать, я бы делал то, что сделал, чуть осторожнее и крепче бы спал по ночам. Но когда придет пора закрывать этот праздник, я боюсь остаться один. Я не знаю, не знаю, не знаю, кто ты, но, пожалуйста, не уходи.
Спасибо. В следующий раз, когда у нас будет совместный с Катей концерт, нам надо выставлять картину. Да, 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 да. Вот сюда, мне кажется, и будет хорошо.